Сьогодні моя гостя, вона вже сяє у нашій ранковій студії, і я маю вам одразу її представити. Я зараз спробую перерахувати усі її перемоги, тому одразу уважно слухаємо, а потім вже будемо знайомитися. Сьогодні у нашу студію до Дня вдячності великим розміром плюс сайз завітала рекордсменка України, найбільші натуральні груди України, міс світу плюс сайз Queen, міс Ukraine, міс топ-модель Universe, і її звати, цю прекрасну мою героїню, Міла Кузніцова. Доброго ранку. Доброго ранку. Я вам дякую, що ви завітали сьогодні нашу ранкову студію, тому що тема плюс сайз, тема того, що все ж таки дівчата мають змогу підкорювати світ, зараз досить актуальна. І я б хотіла поговорити з вами взагалі, розпочати з того моменту, як ви зрозуміли, що ви зможете підкорити світ, що ви все ж таки готові це зробити. От в який момент, можливо, це було в школі, можливо, студентські роки. От цікаво дізнатися вашу історію. Ну от в школі я була дуже стеснительна, коли почала учиться уже дальше, я такая уже раскрепостилась, я поняла, что плюс сайз девушки – это красиво, что иметь большую грудь – это нормально, и что я могу нравиться мужчинам, там, девушкам. И, наверное, первые шаги были – это на модель XL, модель XL, которая это телепередача. И после этого меня начали приглашать на какие-то съемки, на конкурсы красоты. И, в принципе, после этого я уже начала уверенно шагать в эту сторону плюс сайз девушек. Я рассказываю, что девушки прекрасны, что они должны себя любить. У меня есть Инстаграм, у меня там почти 750 тысяч подписчиков. Я дивилася и хотела сказать, что, до речи, досить популярный блогер. 750 тысяч подписчиков, это еще и синяя галочка. Синяя галочка. Потому что я и не только модель, я и снимаюсь где-то там в телевизионных проектах. Сегодня я снимаюсь, например, мы снимаем Новый год. Да, уже снимаем маску. И, в принципе, с этих шагов, с маленьких шагов превратились они в большие и такие более уверенные. Знаете, есть такой момент, вы кажете, что в школе вы были такая сором'язлива, так? Ой, да, конечно. У меня начала расти грудь, я не понимала, что это красиво. Я уже отличалась от других девушек, я одевала такие большие кофты, свитера, там, футболки. Я не хотела отличаться от других, только из-за этого. А потом я поняла, ну как это, одевать вот такой баул на себя. А что стало переломным этим моментом? Вы что-то прочитали, вы с кем-то поговорили? Я закончила школу и пошла учиться в колледж. И у меня поменялись друзья. Мои девочки там с моей группы, мы там такие были самые заводилы. И, в принципе, мне не надо было там как-то за кем-то подражать. Да? Вы были в центре уваги, я думаю, да, 100%. Да, 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 да. И вы уже были за собой. Да, вот, я хочу так сказать. Я даже курить не начинала, потому что мне не было за кем подражать. Я не курила и не курю, например, да. Потому что я не подражала за девочками. А у нас очень большая проблема в том, что многие за кем-то, многие хотят быть кем-то, да, а вот имейте свою индивидуальность, да, и не подражайте ни за кем. Вы, каждый человек, он уникален и красив. А девочки плюс сайз, они вообще, они такие нереально красивые, вот стандартные, да, 90-60-90, ну как бы издалека их можно всех там перепутать, да, вот мы вот такие, у кого-то грудь большая, у кого-то попа, кто-то высоким ростом, у кого-то нереально красивые глаза, мы счастливые, мы разные, я обожаю вот таких уверенных, классных таких девушек, вот таких немаленьких габаритов. Вы знаете, просто я одразу думаю, що я б не хотіла бути вашою подружкою, тому що на вашому тлі у мене було б дійсно незамітно. Але це вам в плюс, тому що, знаєте, не всі дівчата, вони от мають собі якусь таку певненість і все ж таки бажання от, ну, про себе заявити. І інколи, знаєте, вони закриваються, бояться, чи сприймуть, чи не сприймуть. Да. І ось в зараз, останні 5 років спостерігається тенденція, що плюс сайз – це тренд. Це модно. Зараз ще в моду пішов боді-позитив. Взагалі, ось така тенденція, напрям. На вашу думку, взагалі, чого очікувати далі? Ось, наприклад, чи стане, наприклад, це вже плюс-сайз не як
нововведення, як новий тренд. А що це буде основою? Це буде ось такою прям, ну, нічим не відрізнятися від звичайних розмірів. На моє мнение, конечно же, с каждым годом наши женщины будут более уверены. У нас проводятся конкурсы красоты для таких девушек, пышных, красивых. У нас есть национальный директор Котелкина Татьяна, да, она делает региональные отборы, делает национальный конкурс красоты для девушек. Вкусных. Я могу только сказать вкусных. И я сижу в жюри и часто смотрю, просто после конкурса женщины становятся настолько уверенные, они идут моделями работать. Те, которые комплексы у них сидели, там, не знаю, кто-то из родственников рассказывает, что вы некрасивая, там, у кого-то мужья, у кого-то даже, я, кстати, встречала женщину, у нее сын. Говорит, мама, ты что, идешь на конкурс красоты, не позорь меня. И она это все рассказывала, у нас был вечер знакомств, я думаю, ну как вообще так возможно, да? У мамы столько энергии, мама такая красотка, и там сын, там, 14 лет, говорит, не позорь меня, ну как так можно? Вот вот эти комплексы, они, знаете, вот, наверное, забиваются вот в семье, там, с детства, с родственников. Я могу пожелать только цените, цените людей, восхищайтесь, делайте комплименты. Это же так классно. И максимально ограждайте себя от негативных людей, которые вам скажут, там, ты толстая, ты некрасивая. Да как это я некрасивая? Я индивидуальная, и я красивая, и я могу нравиться, я могу участвовать в конкурсах красоты, я могу быть моделью. И каждый год у нас появляется больше уверенных женщин, и они ведут за собой. Уже люди смотрят на них, и такие, ну, конечно, она такая уверенная, она такая классная, она такая красивая, ну, в принципе, это нормально. Люди уже воспринимают это как нормально. Вот в Америке у нас очень много таких пышных женщин, да, для них это нормально. А вот в Украине у нас с каждым годом мы вот вселяем эту уверенность в наших у нас в Украине нереально красивые женщины, одни из самых лучших в мире. И, например, мне лично хочется, чтобы они были более уверены. Она, каждая женщина могла сказать, я красивая, и любите мене такою, як я є. Мені подобається вас меседж такий, знаєте, цікавий момент, те, що ми зараз говоримо про те, що всі дівчата красиві. І ось мені подобається, що цього року, мабуть, цього чи минулого, Victoria's Secret запускали саме колекцію, коли дівчата були плюс сайз. І ось саме момент в тому, що, можливо, не вистачає і у нас на українських подіумах, щоб все ж таки це теж піднімали. Чому ми кажемо про те, да, що в Україні це не дуже розвивається? Ну, от на вашу думку, наприклад, якому бренду українському чи взагалі потрібно їм теж під включати ось цю моду до плюс сайз. Ну, например, мне нравится дизайнер Андре Тан, да? У него есть линейка для худеньких, у него линейка плюс сайз. Ну, это классно, что у нас женщина может себе позволить прийти к хорошему дизайнеру, выбрать красивую вещь, и ей не надо, например, заказывать с Америки. Я, например, много вещей заказываю с Америки. Да? Я, например, еще заказываю нижнее белье, я с Англии заказываю, потому что наши бренды, ну, не шьют такие размеры, чтобы маленькая под грудью был маленький объем и на очень большую грудь. Это, конечно, очень печально. Я хочу посоветовать дизайнерам больше обращать внимание на вот таких вот женщин, как мы. И хочу сказать, нас больше, чем худых. Ну, реально, нас больше, чем худых. И мы не хотим одевать мешки, мы хотим одевать красивое декольте, наряды такие, чтобы мы были более красивыми. И я посоветую просто обращать больше внимания на плюс-сайз девушек и добавлять в свои коллекции вот такие XXXL размеры, да. Ви знаєте, я просто сьогодні, наприклад, розумію, що добре, що співведучий наш Максим у відпустці зараз, бо він би тут вас засипав компліментами, і він би одразу, можливо, знаєте, не заходив би якихось слів. Ну да, ви по ділу. Тому що ми намагаємося з вами якось так структурно
Умовно. І знаєте, момент того, що мені все ж таки цікаво, як чоловіки реагують на вас. Чи, наприклад, вам ця увага приємна, чи ні? На що звертають увагу? Я настільки вже привикла к вниманию. Я, якщо так нарядилась, красиве плаття, декольте, ну, абсолютно всі обращають внимание. Абсолютно всі. А некоторые, конечно, вот... Я хочу сказать вот честно, да, вот девушки, которые сидят на диетах, сидят в спортзалах, они негативно на меня реагируют, потому mm-hmm. что вот как она такая вот большая, вот, ну, за их мнение толстая, да, может вот идти радоваться жизни. Ну mm-hmm. вот как? А я ответ простой. Я себя люблю, я себя, свои формы люблю. И я всегда говорю, любите себя обязательно, делайте комплименты своим друзьям, родственникам. Это же, ну, у нас такая жизнь короткая, ну, окружайте вот позитивом себя. И по поводу мужчин, я для них, я необычная, да, mm-hmm. конечно, они обращают внимание, я даже видела, у вас пришли посмотреть на меня, потому что, вау, кто-то там такой необычный пришел, это необычно, и не стоит прятать свои достоинства, ну, под какими-то там мешками, да, у нас много женщин одевают черные вещи, я вообще не люблю черных вещей, mm-hmm. хоть у меня такой хороший XL, я... Стараюсь одеваться ярко. Mm-hmm. Ну, живем раз в жизни. Я не люблю вот серость, тусклость. И хочу сказать, что обычные люди с обычной жизнью никому не интересны. Потому у меня и много подписчиков, потому что вот я такая, не такая, как все. Тому що не боїтеся цього показувати. І да, я не боюсь этого показати. А знаєте, це ще такий цікавий момент. От ми говоримо про дівчат, які займаються в залі, так, наприклад, і не дуже долюблюють вас. Але все одно, знаєте, зараз в моду того, коли є бодіпозитив, інколи люди думають, що, ну, можна за собою не доглядати, ну там трішки в мене є надмірна вага, і нормально, це буде мій плюс. Але тут, ну, тут також треба слідкувати, щоб було все в якихось зонах підтягнуто, щоб тут десь підкреслювати. Конечно. Як ви за собою доглядаєте, як ви підтримуєте свої форми? Якщо я така бодіпозитивна дівчинка, це не означає, що я не хожу в спортзал. Я хожу в спортзал, займаюся спортом, у мене класний спортзал, є басейн, я обожаю плавати, і це дуже добре на спину, да? У нас є сауна, я делаю массажи. Например, да, я в хорошем плюс-сайзе, но у меня нету целлюлита, потому mm-hmm. что я делаю массажи. Это очень полезно, и каждая девушка, независимо, худая она, полненькая, да, она должна за собой ухаживать. Mm-hmm. Это всевозможные там маски, косметику, накрасить губы, да. Вы выходите, и на вас смотрят сначала, вот, как вы выглядите. И такие грустные женщины, которые, знаете, забиты там семейной жизнью, там двое детей, выходят там, это не обязательно полные, а могут быть и худые, вот просто их задолбала жизнь, да, mm-hmm. и они такие выходят очень грустные, просто вот... Я не знаю, окружать, я всегда говорю, позитив наше все. Окружайте себя позитивом, хорошими людьми, и, в принципе, жизнь засияет яркими красками. Ну, я думаю, ви 100% ви знаєте, про що ви говорите, тому що ви сьогодні сіяєте. Да. Є момент ще про те, що я знаю, коли такий великий розмір грудей, да. Це сильне напруження на спину. Як ви підтримуєте свою спину? Чи є у вас якісь окремі там заняття? Ось тому, що у вас Італія гарно вимальовується, на секундочку, я собі теж таку хочу. І при тому у вас дуже такі гарні форми. Як ви підтримуєте спину свою? Можливо, секрет і порада нашим глядачкам? Ну, так як у мене велика грудь, я не... Прыгаю, не бегаю, я катаюсь на велосипеде. Ух ты! Да, я обожаю кататься на велосипеде. Например, проехать 60 километров в день – это вообще легко. Мой максимум, ну пусть это будет 3 года назад было, 118 километров в день, да? Угу. И плюс еще я плаваю. Угу. Это ну, вообще, так, да, на спину я еще моржую. Ух ты! Да, я занимаю. Да, да, я только выпадает снег, я обожаю моржевать. У меня много видео в Инстаграме, когда я моржую. Ну, это вообще прикольно. Люди любят, восхищаются на... Как это? Гидропарк? Да, ну в гидропарке я моржую в основном. В принципе, мне это нравится. Я...
Я і спорт, це, ну, в принципі, ми рядом. Тобто, як я розумію, що ви займаєтеся спортом не стільки схуднення, як більшість дівчат, да, а для підтримання, да, для відточення своєї фігури. Так. Все зрозуміло, дівчатка, так що відточимо фігуру, а не женемося за якими стандартами. І ось от у мене ще один до вас таке цікаве запитання стосовно харчування. Оце ж таки, чи обмежуєте ви себе в чомусь, чи все ж таки, ну, за рахунок того, що ви займаєтеся активно спортом, ви собі ні в чому не відмовляєте? Чи є якась секретна дієта? Ну, тому що ми розуміємо, що для схуднути, що потрібно робити, а от для того, щоб підтримати фігуру вашу. Ну, в першу чергу, я не хочу похудіти. Я люблю себе, свої форми. І, ну, я не хочу похудіти. Я кушаю все то, що мені подобається, коли хочу. Я, в принципі, на дієтах ніколи не сиділа. Один раз я коли училась, щось десь сиділа, там на яблочках. Да, я сильно похудела. Ну, в принципі, коли я, наприклад, я не ем много, вот все думают, что большие женщины кушают много. Нет, я не ем много, но я кушаю то, что мне нравится. В принципе, диет никаких нет. Радуюсь жизни, кушаю, что хочу, занимаюсь спортом и много гуляю. А ось ваша улюблена страва, яка це може бути? Я обожаю борщ. Борщ, да. Клас. Я люблю, ну, я люблю еще, конечно, суши и, например, вареники с вишней. Боже, это так вкусно, да. Ну, я не люблю, например, жирную еду, я не люблю сало, да. Это смешно, но я не люблю сало, например. Я вас розумію, теж сало не люблю. І всі сміються, що як це українки, там не люблять сало, ну от якось так, бачите? Да, буває так. І у мене много любимих блюд, можу перечисляти, якщо не треба. Ну, зрозуміло, в українських традиціях. І знаєте, найцікавіше те, що от ви вже і рекорд України поставили. І всі звання з краси позабирали. Що ви зараз плануєте робити найближчим часом? І, можливо, вже зараз працюєте над якимось проєктом? Ну, у мене вообще интересно много проектов, но таких прям глобальных планов нет. Еще все в разработке. Но мне нравится, что, знаете, вот жизнь преподносит возможности. В принципе, за каждую возможность я берусь. Почему бы и нет? Я такая вот, вы меня сегодня пригласили, я такая вот, классно, я с удовольствием к вам пришла, рассказала про себя, про вообще все. Это для меня это возможно. От у мене така от життя. От таких глобальних проєктів нет. Я просто чому запитую, можливо, знаєте, ну, зараз, звісно, період ковіду, не дуже активно усілякі конкурси проходять, але все одно, з найближчим часом, якщо буде конкурс краси, ви будете брати у ньому участь? От у вас є бажання? Чи ви вже пройшли цей етап? Я вже всі конкурси, в принципі, вже все, що можна взяти. Да, я взяла, і я зараз, наприклад, в журі. У нас на регіональних відборах, на міс Україна плюс Азія, там сижу в журі. У нас конкурс будет в декабре. В принципе, уже, знаете, как бы, когда все выиграла, уже надо сидеть в жюри. А ось момент того, що якщо ви вже сидите в жюри, ви бачите учасниць кожним роком стає все більше? Конечно. У нас женщины смотрят, ну, обычно, знаете, кто-то там говорит, что вот ты полная, ты этот, а уже смотрят, вот, и они смотрят, какие там участницы. Вот у нее животик есть, у нее полные ножки. И она участвует, она вот, она красотка, она классная. Почему же я не могу? И с каждым годом у нас женщин, которые верят в себя, у нас становится больше, конечно же. И мы развиваемся. И я считаю, что вот такие конкурсы красоты, они нужны, потому что это уверенность в себе. Даже те, которые комплексуют, они вот с каждым разом смотрят и такие, ну вот они красивые, они классные, вот как она красиво прошлась. Там есть проходки в белье, и там, в принципе, не скроешь ничего нигде. И такие, они уверенные. А почему это я там дома в какой-то ракушке сижу? Я тоже могу. И это очень классно вообще. И такие проекты, такие эфиры для девушек. Ну, у нас украинки, они в принципе
крупные, так, сочні. Сочні, да, грудь большая, да. И я вообще очень рада, что есть такие эфиры, есть такие конкурсы. Спасибо, что пригласили, я очень довольна. Дякуємо вам, що ви прийшли. І знаєте, от мені хочеться, щоб все ж таки ви зараз звернулися до наших глядачок, які, можливо, знаєте, на етапі зараз того, що от хочуть себе сприйняти. І от ви кажете, є дефіле в спідній білизні, да, так? А ось момент, як себе одразу сприймати, поступово зробити те, ну так, щоб ти себе полюбила від початку до кінця. Ви можете зараз якось так поетапно розказати? Зробіть це, не бійтеся того. Нашим глядачкам, щоб вони все ж таки занотували і вже сьогодні розпочинали своє нове життя. Я єдине, от всім желаю окружать себя классными, позитивными людьми, которые будут вам говорить комплименты, что вы красивая. И у вас появится уверенность. Вы сможете работать моделью, вы сможете участвовать в конкурсах красоты. Главное, вот в нашей жизни, в нашей короткой жизни, это позитив. Вот я вам желаю вот набраться энергии, ухаживать за собой, там, подводить глазки, красить губы, не стесняться, одевать красивые платья, не одевать эти мешки. И вы знаете, когда вам начнут говорить комплименты, у вас появится вот это уверенность, такой стержень. И если вам что-то скажут плохо, вы скажете: алло, Я богиня, да. Так що любіть себе. Знаєте, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, що ви тут запалали, засіяли. І я переконана, що для більшості наших глядачок ви є дійсно прикладом. Тому що активно жити, начхати на всі думки оточих і зробити, наприклад, з якихось таких моментів, які хтось не сприймав свою фішку, і зробити себе зірку, ну це багато чого вартує. Дякуємо вам, що ви завжди разом з нами, і я сподіваюся, що увесь матеріал, який ми тут вам доносимо, вам подобається і є обов'язково корисним. Але для того, щоб ми дійсно розуміли, що вас цікавить, ми б попросили вас написати ваші коментарі, залишити ваші вподобайки і, звісно, бути нашими друзями. Тому потрібно просто підписатися, а ми зустрінемося вже завтра.